Биты отстреливает, я тебе серьезно говорю. Класс. Ну... Можно хотя бы можно потрогать. В смысле не материя, очень даже материя. Из чего она состоит? Из плазмы. Что такое плазма? Плазма? Это частицы, которые не матомы, а которые уже опрушенные атомы. Ну, это газообразно, да. А это хорошо, это кислород, сочетание, там, ну, газ, какие-нибудь там вот объекты, вот дерево, искра. Но сам факт, что это такое, почему оно так себя ведет, почему оно ведет себя зачастую непредсказуемо. Потому что... Филипп Траум это прототип мастера. Нет, даже Воланда. Ты знаешь такой роман? Марка Твена. Единственное, не знаю. Нет, знаешь, роман не знаю. Вот это вот прототип, когда Булахов встречил своего мастера Маргариту. Да. А что тебя заставило пересмотреть экранизацию? Это ты в эти вот печальные дни, когда мы с тобой разругались, рассорились, ты посмотрела это все? Мне просто какой-то момент не было чем заняться, я решила, что, блин, вспомнила точнее, что где я хотела заняться этим. Я просто начала офигевать прям с первых минут этого манифестирования. Ну, это, наверное, потому что ты поняла, что это тайна. Что судьбоносно. Приходит человек и начинает тебе рассказывать, что он тебе знает все и что вообще, ну то есть ты тут как бы рассказывать полностью историю об Иисусе, что еще он там еще и присутствовал, это конечно сильно. Ну да. Ну у каждого есть свой волн. Что это? Что это? Оля Футуро. Это что, мне? Это подарки? Оля Футуро. Ола. Правильно. Ола Футуро, значит, здравствуй, будущее. Странная фраза, да? Ничего странного. Мистичная, что-то. Что скажешь по поводу фразы на ломе «Здравствуй, будущее». Звучит оптимистично, как минимум. Ну да. Ну да. Вот это было. Привет, блинчики. Это мы с тобой можем в своих мечтах. Здравствуй, прошлое. Как было хорошо. Да. Как бы хорошо было туда тебя вернуться. Да, да, да. Конечно. Стопудово. Кем бы ты был, Дима Дорог? Я не был в живых, но я бы прожил более ярко. Да, так, блин, тебе еще все впереди, может быть. Знаю, что мне все, конечно, мне все впереди, потому что позади у меня уже все осталось. Ну да, то есть, ну, еще и время делать то, что ты хотел. Конечно, мы не можем вернуться в прошлое. Так зачем мне вот это возвращаться? Мы не можем вернуться в прошлое, чтобы что-то измениться. Мы можем стремиться в будущее, чтобы хорошо все закончить. Поэтому, конечно же, здравствуй. Здравствуй. Умереть где-нибудь на мулатке. На мулатке умереть. Да здравствуй, эта идея. Я поддерживаю ее. Ура! Хоть что-нибудь, хоть кашлем. Можно умирать-то. Это мулатка. Наконец-то. Нормальная бы бабушка на украинском сказала бы, да хватит уже. Нет, то что мы же не нормально. Мы должны затыкать для шуматься ребенка. Как его? Давайте лучше петь в такт. Знаешь, нормальные украинцы будут сказать, эй, заткнись! А вы такие, все это вот тапой. Типа, Fire! Работу, трое, четверо.
ты лучше присоединись к девочке и возьми бутылку, постучи вместе с ней. Ты мне точно так же говори, убей в этот вариант. Да, у тебя получится. У меня и получалось. Ну давай. Классно. Сделай себя музыкантом. Да, очень быстро. Мама, сколько тебе силы, чтобы... Летают? О, я поняла, привет. Теперь я. Сейчас еще одну, можно? Дай мне чуть-чуть так спуть. Когда их будет много-много-много.